херак новый день. Вот мы снова на объеке. Вот. У Ваньки тут часть уже сформирована узлов. Тут Ванька сделал еще так, как мы делали всегда. Вот, то есть нет косого фальчика. Забоялся Ванька. Так, пойдемте дальше. Здесь у нас такой цельный кусочек, на который у меня есть замечания к Ваньке, но он их исправит. Вот тут вот у нас узелок такой, да, который ветреник, да, но капельник дальше. И он незначительно дальше. Когда он значительно дальше, вот так вот выходит, там есть интересный... Сашка Цезариус мне скинул узел, я ему задал вопрос, он мне скинул, там очень круто, ну вот, вот можно не прятать вот так вот, да, вот как бы, а подчеркнуть это красиво, но когда большой перепад, когда маленький, собственно, вот он, вот так вот, да, мы его выкручиваем, единственное, что когда ветреник дойдет, вот так правильно показать, вот до сюда, вот тут надо его еще туда дать, чтобы тут была ровная линия, чуть-чуть довалить его туда надо. Так, здесь у нас вот такой вот узелок. Ванька тут поднамял немножечко, но... Да, неаккуратненько немножко у Ваньки получилось. В общем и целом. А так, все целое, дырочек нигде нет, слава богу. Вот. Тут вот еще... такой узел здесь рядышком прям у нас вот так вот фальчик, а здесь косой, потому что там близко, ну, в сторону туда нельзя уводить, потому что он вообще сразу встретится с подводкой, а вниз как бы нам даст расстояние небольшое. Вот здесь труба, раскладка ее подвязана к эндоконю. Идем дальше. Здесь такое же замечание, видите, еще дальше под назавальным, он чуть-чуть туда оттолкнуть. Это уже узел второй у него был. Он поаккуратнее уже. В целом поаккуратнее все сделано уже на втором. Том боялся, наверное. Чего-то Ванька нас боялся. Там вот видно сформирован, видите, там чинь, и сразу подвязка. Здесь у нас узелок письки. Ну, нормально. Сделан тут лоток подвязан. Уже здесь планочки. Я привез Ваньке окошки вот эти вот, которые, не знаю, вы еще, скорее всего, я не знаю, видели, не видели, бложики там. Бложик идет же нитью через все объекты, а это видео одного объекта. Поэтому я делал передники Ваньки сюда отдельно. Вот. На все окна. И они скоро должны быть смонтированы. Или я. Ну я планирую сюда дня на три хотя бы приехать Ваньке, на чуть ускорить, подогнать. Вот здесь интересный узелок, который я вам покажу на примере. Там вот дальше. Также Ваня немножко забуксовал. Говорит, как сделай там, чего? Я говорю, давай я приеду и покажу тебе. Он еще такой узел не делал. Да и на канале у меня такого узла нет. Будет неплохо сделать и вам показать. Вот. Я вам говорил ранее, да? То, что вот здесь вот должен подойти сюда, капельник, оформить все это. В общем, завязать все на радиус. И он же и жёлоб примыкает. Ну, короче, вот этот узелок было бы неплохо сделать мне, ему. Так, здесь у нас такой же узелок. Ну, так же, да. Надстенник уходит в сторону. Вот. Лоток. Здесь преджелобник не сделан по причине того, что мы только сейчас обсуждали. Я ему сказал, как мне подготовить надо здесь силовую часть. Преджелобник он может сделать для того, чтобы я здесь этот узел формировал, потому что по преджелобнику тут ничего такого нет, все понятно. Вот, но в общем и целом вот так. Тоже окошко.
Ну, чего могу вам сказать, что мы продолжаем. Следующий, наверное, мой приезд будет уже вот на вот этот узелок. Ну и мы с вами переключаемся в этот приезд. Херак, новый день. Сегодня без петлички. Чё, пацаны, я приехал заниматься вот этим вот узлом, как и обещал. Но это вы увидите в следующем ролике. Ванька вот там окно рядышком делает. Я вот тут вот сейчас буду заниматься этим узелком, как и обещал вам. Вот. Вот тут у нас такие дела, вскрыли. Ну, потому что я говорю, Вань, сделай как обычно, потому что я приеду, я тебе все, ну, покажу. У нас два таких узла. Собственно, сейчас вы уже сейчас вы увидите его готовым. Ну вот, узел готов. Силовые тут. Тут занижение, высокий фальц, по тени видно занижение. Вот. Гендово, здесь уже картины. Начали монтировать. Сейчас сюда картину будем смонтировать, зафальцовывать сюда вот. Она будет заканчиваться вот здесь. Да? Она же поднимется, зафальцуется занижением на мысик. И пойдет здесь мысик уже, ну, каждой картины. Вот. Вот такие вот дела. Я перехожу на вторую сторону. И буду делать такой же узел. Ровно точно такой. Тут переход. Тут там особо нечего показывать. Вот. Ну и тут сейчас картина будет уже идти сразу с учетом того, что подъем под конек. Пальциметр стоит. Сейчас поставил 9.30. Фальчика и профальцевали ровненько, аккуратненько все будет. Вот здесь силовая. Для чего нужны эти, да, два фальца? Вот мы видим желоб, вот мы видим край картины. То есть крайние картины воду надо было перенаправить в желоб. Но картина здесь длинная. И для того, чтобы теоретически, если бьется вода и вдруг какой-то сильный поток и что-то перелетает, то второй фальчик направляет также в желоб. Вот такая вот идея. Еще мы с вами пройдем такой немаловажный момент, как вот на коньке. Вот находимся, у нас конек идет горизонтальный, потом диагональный и опять горизонтальный. Тут Ванька закидал уже. Но мы не отогнем здесь 75 миллиметров вот сюда. Вот. То есть тут мяса не хватит. Я вот тут вот нарисовал. Уже, то есть вот у нас 75. И вот у нас 75. Так, вот линия. Да, вот тут разорвется. То есть, что мы делаем? Здесь косой фальчик сейчас пустим. 70, вот это, тут по углу будет прям идти фальц ковшовый. Так, 75 подниму и на радиус его. Только заворачивать будем в эту сторону. Вот, здесь будет стоять фальчик, потом ложится. И потом вот здесь вот хоп-хоп и завернулся туда. Вот здесь такую косую часть надо сделать. В общем, я сейчас вскрываю фальц. Обрезаю вот здесь вот 75 миллиметров. Поднимаем это все. У нас здесь складочка. И радиус сделаем. И потом заготовочку сюда поставим. Так, тут ветер дует. Быстренько попробую объяснить. В общем, профальцевал. Фальчик положил, тут немножко подмял. Очень неудобно. Так вот сижу, под яйца себе бью. В общем, здесь все сделал. Вот здесь у нас такая вот штучка получилась, да. Теперь мы поднимаем. Здесь у нас ковш такая как бы остается. Мы его можем просто приплюснуть вот до этой части. Вот, и все, и у нас пойдет отгибка единая. Сейчас все сделаю, покажу уже готово. А то ветер дует, наверное, качество записи херовое. Так, вот она у нас поднята, здесь и здесь. Потом, когда будем отбортовку 25 делать, сначала вот здесь сложим. А потом вот здесь складочку перегибаем и здесь сложим. И будет отгибка такая вот идти. Здесь закончили. Вот, идем дальше. Херак, новый день. Короче, цельный кусок надстенника. Писька очень узкая при больших, ну, крутых скатах. Вот там вот у нас полностью, как это все считать, тут уже видео есть, и следующее видео будет по узлу, там как вот это вот все куда, с подробностями.
Ну, здесь у нас ковшовый конверт. Вот. Здесь вот чуть-чуть, если обратить внимание, не получилось. Изначально где-то ошибся. Пришлось чуть-чуть перегнуть в разметке. Вот. Так, здесь у нас мы меряем угол сначала от желоба конек малкой и от конька желоб. Ну, никак не сразу. Вот. Но при этой методе есть небольшие погрешности, но у нас здесь очень близко лоток. В общем, что, идем ставить? Очень хочется надеяться, что оно подойдет. Ну вот, я ее приставил, все подошло. Сейчас лоток будем вклепывать. Точнее, его еще изготовить, но я его забыл сделать. Вот. Ну, в общем, в целом все нормально. И псу сюда проложить еще. Мало. Там уже подогнал. Когда вы будете следующее видео смотреть, я там говорил, что лучше с 1,25 м, чтобы эту точку отвести дальше. Вот, собственно, в следующем видео вы увидите, что я имел в виду. Вот. А ну все, сейчас тут доделать и лоток флипать. И вот мы наверху. Я в предыдущем видео показывал, какой здесь был процесс. Сейчас вот у нас лаги идут вот так вот. Потом бруски накручены перпендикулярно, что добавляет еще 50 миллиметров дополнительного утепления. Вот так это все выглядит. Все, теперь здесь, как что называется, it's very good. Вот тут еще процесс. Следующим этапом застелим ветрозащитой, потом рейка как контрбрус будет и разряженная обрешетка. Ну как она разряженная, то есть 100 миллиметров через двадцаточку делать, чтобы вентиляция работала. То есть отступаем сюда, вот здесь вот полностью все практически зашьем сплошной, ну вот с зазором двадцаточку. Там вот тут, тут вот до вот этих вот перемычек. А там дальше через тело, то есть 100 через 100, для того, чтобы просто ходовые доски, чтобы туда можно было что-то просто поставить. Да, то есть какие-то ящики, ну что-то. Где возможно ходить в полный, ну тут не видно ничего темно, где возможно ходить в полный рост. Вот. Без проблем это нужно сделать. Такие дела. Ну, чего, херак и новый день, и у нас дождливо сегодня. Мотик не покажу, короче, сегодня хотя обратно на мотике дождь пошел. Вот, тут у нас с вами вот такой вот момент, да, вот теперь сложено все. Тут складочка, вот видно, вот туда ушла. Эта складочка, вот она. Оп, проклеил все, псул. Это, конечно, более, ну, как бы, правильно технически выполненный узел. Вот. О чем я имею в виду, вы поймете. Или уже поняли, может быть, следующего видео. Ну, в общем, вот так вот это все выглядит. Яндова готова. Вот там она. Ванька здесь жамается. Лоток также здесь собран. Писька собрана. Или писечка. Наверное, так даже правильнее. Вот там вот я рожелобок все собрал. Пойдемте к Ваньке сходим. Вот здесь Ванька занимается херней. Передай мамке привет. Ванька здесь, пока я там лоток делал, он, как всегда, бездельничал и сделал оклад спереди, сзади, снизу, сверху. Мы с ним разбили все, как вы видите. Вот. Пользуясь случаем, хочу передать привет своим деткам. Вот так вот. У нас специально такая программа, у нас не передают приветы. Я же передал, пожалуйста. Раздербанил окно Ванька. Короче, он его разбирает, чтобы резиночка не мешала. Сейчас все так, наверное, удобнее. Вот, сейчас формирует малый фальц. Здесь оклады, здесь у нас также фальц. У нас тут прикол такой по раскладке. Получается, вот это окно, край, мы выпиляли край окошка
ну, в центре конька вот там, да, ну, чтобы вышла, а со всеми окладами, утеплителями вышла на 20 мм смещена. Но даже эти 20 мм не спасают, потому что потом здесь узкая вставочка, здесь она будет единой деталью туда уходить. Вот, ну и сюда выходить, вот сюда же вязаться будет. Нет, не сюда вязаться, я обманул. Нет, тут же будут передние картины, они так же идти, как и сзади. И здесь не будет два фальца. Здесь 300 мм закончится. Ну, что в симметрии будет, это что на этом окне будет два одинаковых расстояния с одной и с другой стороны. Вот следующее окно, такое же расстояние, там 300. Здесь не помню. Сейчас не буду обманывать. Здесь у нас цельная вставка. И вот так вот они идут. И заканчивается тут тоже 300. Это вот единственное, чего... 320, если быть точным. Единственное, чего получилось добиться. Но они смещены все в одну сторону. Как бы такой момент. Ну, вроде более-менее разложить получилось. Ваня, сколько у нас вот там вот от окна вот тут расстояние? До фальца. Здесь? Да. 110. А с той стороны? А, ну вот. Вот оттуда до окна 510, там 408. Ну, 30 миллиметров разница, как бы не просматриваемая. Это вот, вот эти вот подвижки небольшие, чтобы хоть как-то это все растянуть, более-менее превратить хоть в какую-то симметрию. Превратить в какую-то симметрию. Да я ляпнул. Ну, ладно, пусть будет так. Человек с образованием тракториста может себе позволить так выражаться. Вот, это здесь вот, собственно, чего, сейчас ставим ендолу, вот, сюда я ее подвяжу здесь, ну и также здесь два силовых фальчика будет, вот как и там, пойдемте, наверное, пройдемся по периметру, и я вам покажу, что сделано. Вот, собственно, картинка будет ровно точно такая же с той стороны, ровно точно так же все будет выглядеть. Вот, и, наверное, даже там не буду уже снимать, потому что, ну, вот он, то же самое. И птичьи уже к деньгам, собственно, наделали делов. Здесь еще доформируется малый фальц. И все будет прекрасно. Здесь уже также скат закончен. Дождик бы хороший, чтобы он всю пыльцу эту смыл. Здесь у нас также отгибка сразу идет под конек. Вот. Идем дальше. Вот здесь у нас уже облицована труба. У нас пополнение. Подписчик приехал к нам новенький. Вот, собственно, он и сделал. Под присмотром все получается нормально. Вторую часть он там делает. Это колотит, наверное, не он, а Ванька. Потому что мы обошли уже здание с другой стороны. Эта труба сейчас заготовкой делается. Она уже. Ну, в принципе, такой же. Ну и там Ванька снова. Но с другой стороны. Вот. Ну, вот так вот. В принципе, дело движется. Ребят, такое вот видео получилось. Обзор того, что мы тут, того, чем мы тут занимаемся. А вот, кстати, заготовки на трубу, которая вот сейчас облицовывается. Вот. Надеюсь, вам видео было полезно. Следующее видео по этому объекту — это будет узел непосредственно, который вот там вот в ендове уже более подробно. Поэтому на этом все. Увидимся, услышимся. Всем пока.